Всем привет, с вами снова Виктор Балец. Сегодняшняя тема очень интересна: добро и зло. Этот вопрос, что победит, что движет нами, добро или зло, уже занимает умы человечества несколько тысячелетий. Добро и зло. Если почитать романы, книги, фильмы посмотреть, то везде мы видим, что вся история человечества, она наполнена ненавистью и кровопролитиями. То есть большинство событий, которые происходили здесь на Земле, они, конечно же, были события такие злые, можно сказать. В мире происходит гораздо меньше добрых дел, хороших, чем злых. И вот на эту тему хотел бы с вами сегодня поделиться, тем более, что прожил уже тоже немало десяток лет и повидал очень много людей. Судьбы, или как прожили многие люди у меня на глазах, это мог я наблюдать своими собственными глазами и размышлять над, почему так у них таким или иным образом сложилась жизнь. Значит, как детство было хорошее, нормальное, но уже с самого раннего детства уже корожали, как бы у нас была группа такая, ребят на улице, уже различные обстоятельства складывались таким образом, что кому-то нравилось делать добрые дела, кому-то нравилось уже с самого раннего детства делать какие-то плохие такие, злые дела, например, побить кого-то там, своровать что-то где-то, ну, самые различные что-то может быть в детстве, да, такое злое, например, по отношению к животным. Многие дети проявляют такую злость, знаете, издеваются над животными. И это, конечно, было и в моем раннем детстве. Уже я наблюдал. Одно дело, когда ты исследуешь муравейник, смотришь, как там муравьи живут, или какое-то животное, там у нас, например, кошечка родила, скажем, там котят, собачка там родила, щенят, или там корова, или еще что-то. То есть это такие, как бы, можно с познавательной точки зрения к этому относиться, а можно, например, тех же котят, которые кошка родила, просто взять в чулок, засунуть и утопить. Такие случаи тоже бывали, потому что если кто-то, какая-то хозяйка, например, ей неудобны были эти щенята, котята и прочие домашние такие животные, то могли просто-напросто их убить, уничтожить, и таким образом меня это с самого раннего детства уже задевало. Или, например, такие вещи, как зарезать свинью, там барана зарезать, да, то есть это нормальные такие, казалось бы, вещи, но как вот мне это совсем даже не нравилось, потому что, ну, представь себе, свинья там или баран, там все кричат, эти бедные животные, потом их там режут, кровь, вот это все. Мне это не доставляло никакого удовольствия с самого раннего детства. Другие люди, наоборот, у нас один человек приходил в гости, когда мы его приглашали, чтобы свинью зарезать. Он даже резал эту бедную свинью, ну как бедную, на еду, естественно, да, не просто так. И потом даже ему вот эта вот кровь нравилась, да, как говорится. Да, вот только что зарезал бедное животное. Ну, не бедное, как бы, положено было резать на мясо. Или там кто-то зарезал, например, там лошадь, или там овечку, или барана. Как-то им доставляло это даже удовольствие. Мне, честно говоря, мясо, например, очень нравится, да. Шашлык там, но вот резать животных, это я с самого раннего детства не любил. То есть они были такими, как бы, хладнокровными убийцами, можно сказать, эти люди. Так вот, очень просто, с улыбкой на глазах. И вот так в течение своей жизни я наблюдал уже. И сегодня, например, можно видеть во время каких-то там военных событий, кто-то, ладно, кого-то загнали там на фронт. Он, бедный, не хотел идти, а его туда загнали. А другой сам добровольно пошел и становится вот таким вот человеком, который такие вещи делает. То есть хладнокровно могут разобраться. Некоторые люди, в свою же очередь, и сегодня, наблюдая за такими людьми, они готовы жертвовать собой ради других. Например, в Германии очень много есть разных организаций каритативных, где люди работают добровольными волонтерами, да, с утра до ночи, за это не получают ни одного цента и с удовольствием исполняют эту работу. То есть они жертвуют, можно сказать, своей жизни ради других людей. И вот почему, да, в поведении людей порой проявляются вот такие животные черты. Ну, это даже не животные. Но животные, да, тоже они убивают друг друга, да, такое бывает. И, например, такие, наоборот, что жертвуют собой ради других. Наверняка вы видели фильмы или читали книги, когда, например, овчарка, если хозяин попал в огонь, дом загорелся, то такое животное, овчарка, собака, она готова пожертвовать собой ради хозяина, она прям, или ради своих там щенят, она бежит в этот огонь,
И она даже нисколько не задумывается, что сейчас крыша может обрушиться, что там все уже горит, там все сгорело. Вот такая у нее программа, да, то есть Бог, можно сказать, заложил в нее программу жертвовать собой ради других людей или ради других животных. Вот это очень интересно. Ты, наверное, тоже в жизни наблюдал за подобными явлениями. Или были, например, миссионеры, которые отправлялись проповедовать в другие страны. Потом их там казнили, потом над ними издевались, бросали их в тюрьмы. И они жертвовали, можно сказать, своей жизнью ради этой благой вести, чтобы донести до людей эту благую весть. То, что они узнали, были такие библейские проповедники, которые по всему миру проповедовали. Да и сегодня тоже все это продолжается по всему миру. И поэтому есть две категории людей. Одни делающие зло, а другие делающие добро. И эти люди окружают вас сегодня в нашем мире повсеместно, то есть везде. Но почему это все происходит? Вот с самого раннего детства, как я только научился рассуждать, где-то, наверное, 4-5 лет, я уже так сравнивал различных людей. И я видел, что большинство вот детей, они занимаются всякой ерундой. Им как бы они с самого раннего детства любят делать, творить какие-то плохие вещи. Например, в школе там дергать девчонок за косички, там что еще. Ну, как я уже говорил, там издеваться над животными. Потом издеваться, можно сказать, над учителями. Вот у меня, например, 3 сына, да, и я ходил на родительские собрания постоянно, и были некоторые учителя, которые даже плакали. Представляете, то есть дети их доводили до такого состояния, что бедные учителя, они уже не хотели даже работать учителями. И поэтому в школе работать, например, да, это очень сложно. Быть учителем и хорошим учителем, это еще одно дело, когда тебя ученики любят, а другое дело, когда ты такой плохой учитель, и все дети тебя как бы ненавидят. Не знаю, наверное, уже у этой учительницы нету. Расскажу вам один пример такой. У нас как-то в школе по одному предмету была учительница. Ее звали Людмила Гавриловна. И у нее кличка была Горилла. Ну вот представьте себе, она шла по коридору, был звонок, торопилась в кабинет, чтобы проводить очередное. А дети в классе громко все кричали: «Горилла идет!». И вот эта Людмила Гавриловна, заходя в класс, всегда говорила: «Горилла пришла!». Ну и мы там все, конечно, смеялись, да? То есть, ну, она-то, конечно, переводила это в шутку, но ей совсем было не до шуток. Когда тебя люди называют гориллой, или там обезьяной, или чертом, или еще как-то, да, то человеку это совсем-совсем неприятно. И вот такие вот случаи издевательства, когда одни люди издеваются над другими, они тоже повседневно происходят в жизни. Так что это было все уже, можно сказать, с раннего детства у некоторых людей проявлялось, у детей. А потом, когда они становились взрослыми и попадали еще в такие круги, где таких людей было большинство, конечно, тогда они совершали плохие уже поступки. Потому что сначала это зарождаются какие-то мысли в голове, какие-то шутки, прибаутки, а потом уже поступки. Но чтобы этого не делать, мне приходилось всегда плыть против течения, потому что я как бы не хотел принимать участие во всех этих мероприятиях. И как-то приходилось отмазываться, вечно что-то придумывать, то домой надо, то еще что-то надо. И как-то вот это меня оберегало, то, что я, ну, не хотел в этом участвовать. И я избежал очень много таких конфликтных ситуаций. Поэтому у каждого из нас есть такие внутренние тормоза, чтобы не делать плохое. И вот это внутренний тормоз, это и есть совесть. Это врожденное чувство добра и зла, которое заложил в нас Создатель. Да? Он когда создавал человека, он заложил вот этот тормоз в человека. Например, конструктор, который изготавливал тяжи на машину, он знал, что машина будет ездить с большой скоростью, и машине нужны обязательно тормоза. И вот также и людям нужны обязательно эти внутренние тормоза, и это как раз совесть и есть. Потому что, ну вы знаете, есть такое высказывание «безбашенные». Ну вот есть люди, которые действительно как безбашенные, то есть безголовные, у которых нет никаких тормозов. Они полностью лишены какого-то нравственного воспитания. Может быть, воспитывались в семье, где кто-то был алкоголиком, родители за ним не следили, вообще полностью на улице вырос. Но опять же, на улице можно вырасти хорошим, стать человеком, а можно и плохим. Ну, в общем, получается, есть люди, у которых этой совести, тормозов, никаких нету. Ну, они сами виноваты. Если на машине откажут тормоза, то вы далеко на этой машине не уедете. Поэтому я по жизни видел, что такие люди, они по жизни никуда далеко не уехали и уже давным-давно разбились. Некоторых из них уже даже и живых нету. И вот это
внутренняя борьба между добром и злом, оно у человека, она, вернее, эта борьба у человека всегда происходит. С самого раннего детства, вот вспомни, как у тебя, в тебе как бы происходит это, тоже происходила вот эта борьба между добром и злом, добром и злом. Ну и также сегодня это происходит и дальше, потому что пока человек живой, он анализирует свою жизнь, свою жизненную ситуацию и постоянно думает, ну вот если так, а если так. Конечно, никто не хотел бы делать зло так вот специально, но иногда это получается не специальным образом. Вот, например, если ты гоняешь на машине, да, как сумасшедший или как сумасшедшая, в городе там 120-140 километров в час, а знаки везде стоят, скажем, там 50, ну 70 за город, а ты всегда превышаешь скорость, слушаешь постоянно музыку, вот в хенде что-то там пишешь кому-то, переписываешься с кем-то, звонишь там и так далее и тому подобное, отвлекаешься, вот ты как бы не хочешь сделать зло специально, но ты его сделаешь, потому что где-то что-то вдруг ребенок выскочит на дорогу, или животное какое-то, или еще кто-то, или ты не заметишь кого-то, что-то как-то. Смотришь 3 секунды, и уже несчастный случай. Это очень серьезно. Поэтому даже если не хочешь специально делать зло, оно иногда приходит само в результате твоих неправильных поступков, в результате твоего неправильного поведения. Так можно лучше сказать. Ну, что еще влияет на человека? Вот в моем детстве, скажем, да? Конечно, это плохая вот среда. Смотря в какой среде человек воспитывается, растет. Если это, например, скажем, там дети профессоров, ученых, то, естественно, это нормальная, хорошая среда, может быть, да? А может, конечно, и не быть. А если это, например, какая-то подворотня, какой-то поселок рабочий, в городке, в котором нет, не работает, много людей пьют, там наркоманят и прочие дела. Конечно, вот эта среда, она тоже влияет на этих детей, которые растут в этом обществе, потому что формирование характера, оно происходит, закладывается уже в раннем возрасте. И вот если взять, например, хамелеона, он меняет свой цвет, и он сливается с окружающей средой. И вот эти дети, которые вырастают на этих улицах, там же есть еще повзрослее тоже, те, кто, может быть, уже там деньги начал уже иметь от какой-то неправильной деятельности, да, что-то где-то продает, перепродает, сигареты, там алкоголь, прочие дела, наркотики. И кому-то из подростков это нравится, кто-то на это сам подсаживается, а кого-то подбирают, чтобы они и дальше это все продавали. То есть вот таким образом кто-то захотел машину купить, кто-то угоняет машину, кто-то покупает на свои деньги, а кто-то угоняет машину. Кто-то, например, хочет на нормальным трудом работать, зарабатывать деньги, над ним смеются, потому что он мало зарабатывает, у него нет определенной профессии, определенных навыков, что он может только там в магазине, там где-то что-то разгружать, сгружать, или где-то на шахте, или еще где-то в каких-то предприятиях, может, какой-то грязной работой заниматься, да, слесарем каким-то быть, там, не знаю, сантехником. И, конечно, это многим не нравится такое, молодежи, такие профессии. И поэтому они ищут такое что-то приблотненное, да, они смотрят на тех ребят, у которых есть машины там и все дела. И тем самым они уже автоматически становятся на путь вот этой порочной вот этой среды, и, конечно, результаты у них будут такими же, как у этих подростков, которые позднее оказываются все уже на зоне, в тюрьмах и в прочих, а кого-то и уже и в живых нет. Поэтому если общаться с хорошими людьми, то можно остаться хорошим, а если общаться с плохими парнями или девчонками, то, конечно, можно очень легко испортиться. Конечно, так вот выбирать общество мне тоже невозможно было, и в нашей группе, как всегда, было часть таких ребят, часть таких ребят. Вот мы занимались спортом очень, хоккей, футбол и прочие дела, баскетбол, вот бассейн, плавали летом, на рыбалку ездили, и у нас были парни или пацаны, скажем так, которые уже с самого раннего детства любили курить, там выпивать и прочее дела. А другие, например, вот мне это не нравилось. Я там пару раз попробовал, может быть, пару сигарет. Ну и никакого, как сказать, кайфа не получил. Потому что, ну, во-первых, это все горькое такое, невкусное. А я любил с детства сладости, сгущенку и прочие дела, шоколад. А это какая-то гадость, да. Ну, представь себе, тянешь эту смолу, да, вот этот дым, вот это, руки воняет, одежда воняет, все воняет. Ну и потом все от тебя шарахаются, нормальные люди. И так это не пошло. Алкоголь тоже это такая штука, что она выбивает очень быстро тебя, и ты потом уже не контролируешь свое поведение, и можно таких дров наломать, что мало не покажется. Поэтому, даже если ты общаешься со злыми людьми, или с такими, скажем, не то что злыми, а неположительными людьми, то нужно быть очень-очень осторожными, чтобы оставаться самим собой. Пусть они делают что им угодно. У них свой путь в жизни, а у тебя свой путь. То есть ты оставайся
разумным такой, владей своим телом, своим умом, и это будет тебе только на пользу. Конечно же, зло, оно попадает в нашем мире не только через друзей, таких вот непутевых, но и попадает в наш дом через фильмы, телепередачи, в которых часто прославляется насилие, месть, там, жесть, всякие криминальные фильмы. Мало того, что на улице и так достаточно криминала, а если еще постоянно фильмы смотреть и все остальное, новости, там, сегодня новости, наверное, ни одних новостей не происходит без того, что кто-то где-то кого-то чего-то. И это, конечно, тоже очень плохо влияет на людей. Поэтому здесь нужно тоже как бы быть уравновешенным. Не то, что прям все теперь и телевизор не смотреть, и фильмы не смотреть. Но как-то выбирать для себя. Вот я говорю, я тоже, например, всякие фильмы насилия, там, всякие ужастики. Я это как-то не люблю. С детства не любил. Вот индийские фильмы любил, там, индейские, про Чингачгука, про Виннету. Ну, там, конечно, тоже и было какое-то насилие, но это как-то было, не знаю, совсем по-другому. Или индийский, там, какая-то драма, там, брат, брата где-то бывало что-то там тоже. Но, опять же, это как-то и музыка, и смех, и танцы. Ну, и было что-то в этих фильмах тоже и положить, в принципе. А не так, как американские, там, например, боевики, там, или прочие фильмы. Ну, там вообще, там, беспредел. Там доброго вообще ничего и нету, да. То есть, можно сказать, с первой минуты начинается вот это зло и по последней минуте. Если русские и советские фильмы какой-то имели смысл под собой, что там всегда как бы добро побеждало зло. Но это было раньше, вот представьте себе, лет 30-40 тому назад это были нормальные фильмы, в которых добро всегда побеждало зло. А посмотрите сегодняшние фильмы. В сегодняшних фильмах, наоборот, зло почти всегда побеждает добро. И вот это не очень хорошо. То есть люди становятся через это равнодушные более другим людям и страданиям. Им как бы на все наплевать. Сегодня таких много тоже людей, которые говорят, моя хата с края, я ничего не знаю. И это не есть хорошо. Весь мир, он лежит, конечно, во власти злого. Если кто-то имеет понятие немножко о духовном мире, то если исходить из Библии, то весь мир сегодня лежит во власти злого, то есть сатаны, дьявола. Говорят же, дьявольские фильмы, дьявольская музыка, дьявольские произведения какие-то. Действительно, зла становится, казалось бы, все больше и больше и больше. Но это все временно и, конечно, постоянно и вечно это продолжаться не будет. Поэтому здесь можно спокойно на это смотреть, пока всему свое время. И если какой-то беспредел есть где-то в каком-то месте, то рано или поздно он кончается. Всему есть границы дозволенные, и поэтому кто-то, кто выше, уберет этот беспредел, и все будет нормально, хорошо. Но теперь вопрос самый главный, добро или зло. Вот что выберете вы лично? Вот что выбрал бы ты, или что выбираешь ты каждый день, или выбирал с детства? Конечно, все начинается с мысли, да? Если мы где-то что-то слышим или видим, в детстве, как мы где-то что-то видели, да, кто-то совершал какое-то зло, и мы сразу думали, возмущало нас, или мы находили сами в этом какое-то удовольствие. Вот меня многие вещи, они возмущали. И до сегодняшнего дня возмущают какая-то там. Вот то, что происходит сейчас по всему миру, меня, конечно, я знаю, что это этому должно было быть, но это меня очень сильно возмущает в плане того, что невинные люди страдают по всему миру, и это, конечно, очень жалко. Знаю, что это временно, но все равно этому человеку от этого не легче, да? Если он где-то находится в какой-то стране, и там что-то происходит такое злое, ненормальное, конечно, это ненормально. Ну вот добро как мы можем проявлять сегодня? Конечно, к нашим ближним, прежде всего в нашей семье, к нашим детям, к нашим родителям, к нашим соседям, друзьям, знакомым, коллегам. Ну, просто-напросто к ближним людям, которые окружают нас. Хотя бы в этом близком кругу найти какую-то гармонию, да, и какую-то проявлять любовь друг к другу, такие добрые дела. И это уже будет очень-очень много. Вот именно любовь, да, любовь – это сила, которая побуждает любого человека к добру, поскольку она не делает и не желает делать ближнему никакого зла. Вот если ты кого-то любишь, ну ты же не хочешь ему делать зло. Если ты любишь какое-то животное, вот у тебя есть отличный пес, собака, там, овчарка, ты любишь ее, ну вот по-хорошему так, как животное, ты чувствуешь, что это овчарка, там, собака, пес, он любит тебя. Ну, ты же не будешь его просто так палкой бить. Нет, конечно. Ты стараешься ему что-нибудь вкусненькое дать, как-то его там погладить. Ну, хорошо к нему относиться. И животное, оно тоже к тебе потом тянется. Оно любит тебя. Также и с людьми. Если мы, например, хорошо относимся к соседям, то мы стараемся как-то для них
делать все хорошее, или друзей, там, или одноклассников, или там, коллеги по работе. Все равно кто, или какие-то иностранцы, беженцы. То есть мы будем стараться для них им делать что-то доброе, хорошее. Поэтому вот над этими всеми вопросами поразмышляй, добро и зло, кто победит. Конечно, если заглянуть на пару сотен лет вперед, то когда-то добро, оно все равно победит зло. Потому что даже в Библии говорится, Бог есть любовь. Вот любовь, она все равно, любовь сама, она победит любое зло. Так что в этом можешь нисколько не сомневаться. Ну и дальше продолжай ходить дорогой добрых людей. Наблюдай за людьми, кто делает добрые дела, кто злые. Сторонись от тех, кто делает злые дела. Больше прилепляйся или имей хорошие отношения с теми людьми, которые делают хорошие дела. И потому что от этого твое будущее зависит. Потому что все злые люди, как я говорил из моего детства, например, уже некоторых нет, они уже погибли в результате своих неправильных поступков. А добрые, нормальные, хорошие, порядочные, они до сегодняшнего дня живут и наслаждаются своей жизнью. И вот это очень здорово наблюдать своими глазами, что добро или любовь в конечном итоге побеждает уже сегодня и тем более победит и завтра. С вами был Виктор Балет. Пожалуйста, подпишись, если еще не подписался. И до следующего ролика. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Пока-пока.